Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о коляске от компании Spira, обновленная 2024 года, моделька Wave. Это одна из самых продаваемых колясок у нас в сети магазина First Buggy. И она не просто так самая продаваемая, она действительно сочетает в себе, наверное, самые нужные качества и абсолютно адекватную цену. В 2024 году ее так приличненько обновили, и сегодня я вам полностью сделаю обзор этой модельки. А если хотите как бы понять детальные отличия, просто посмотрите предыдущий обзор и потом этот, ну или наоборот, неважно. Вот, начнем мы, друзья, сверху вниз изучать и вначале немножечко базовых характеристик. Детальные характеристики, напомню, в описании будут по ссылке. Там прям вот в сантиметриках, миллиметриках все будет указано. Поэтому, если у вас возникнет вопрос, там, какая длина у сидушки, друзья, внизу все будет. Можете такие комментарии не писать. Все ответы на вот эти вопросы вы получите по ссылке в описании. А базовые характеристики у нас следующие. Бренд Espira польский. Гарантию производитель дает у нас 1 год. Коляска весит 9,5 килограмм. Это, друзья, всесезонная, вседорожная коляска. Поэтому весит 7 килограмм. Она, к сожалению, не может. Здесь хорошая амортизация, достаточно большие колеса. Поэтому 9,5 это нормальный для нее вес. Классная характеристика этой коляски, что спинка здесь регулируется 120-175 градусов, поэтому сидит у нас хорошо, лежит практически горизонтально, с этим все здорово. Производитель заявляет, что ребенка здесь можно катать с 3 месяцев и до 22 килограмм ребенка вес, я имею в виду. И ширина колесной базы у нас 57 сантиметров, поэтому вы в любой проем везде спокойно заедете. Кстати, вот одна из отличительных черт, скажем так, 2024 года, это наличие этого подстаканника. Вот. И, соответственно, там еще у нас ремешочек для переноски, там сумка в багажнике добавилась. В общем, обо всем поподробнее. Давайте пройдемся. Хочется сразу сказать про козырек. Козырек – это сильная сторона этой модели. Он очень большой. Дальше уже не нужен козырек. Дальше он просто уже на ногах лежать будет. Козырек тут просто царский. Действительно, все хорошо. У нас тут много секций. Вот эта секция у нас здесь на замочек прячется. Я думаю, вы откроете, так и будете пользоваться. Смотровое окошечко у нас, естественно, присутствует. Ручка ВК-кожи. Регулируется все у нас по высоте. Соответственно, под любой рост можно будет подогнать у нас эту ручку. Кстати, хочу сразу заметить, на стеночке сзади у нас какие есть интересные опции. Кармашек. Можно кучу всего накидать. Вот эта часть у нас на замочке поднимается, открывается, фиксируется. И у нас отличное проветривание для ребеночка. Летом будет очень актуально. Зимой же закрыли на замочек, там не поддувает. Все классно. Чтобы, кстати, отрегулировать спинку вверх, просто тянем за ремешок и все. Никаких проблем у нас нету. Так, давайте теперь посмотрим на сидушечку. Сейчас еще подниму. Вот так вот. И, соответственно, вот те самые 120 градусов. Нормальная человеческая посадочка. Пятиточные ремни, мягкие накладочки и на паховой зоне. Все здорово. А что самое важное, вот эта вся система, она стала магнитная. Мы просто прислоняем. Здесь просто кладем сверху. И все фиксируется. Вот эта система очень облегчает оперативность, скажем так, крепление ребеночка. Приложили, приложили, все схлопнулось, все работает. Бампер у нас эко-кожа, естественно. Он теперь у нас регулируется еще и вот так откидывается вниз. Раньше, насколько я помню, он откидывался только вот так вверх. Ну, окей было, но вот так вот гораздо удобнее. Вот. Естественно, есть у нас подножечка, ВК-кожа, все практично, удобно, все здорово. Ступенька для того, чтобы ребеночек спокойно мог сам залезть, тоже широкая. Так, давайте я вам сейчас покажу те самые 175 градусов. Вот, полностью, практически горизонтальное положение, поэтому с 3 месяцев, наверное, производители заявляют, что можно гонять с ребеночком, все здорово, спокойно может спать. Так, теперь смотрите, в комплекте у нас идет с
вами накидочка на ножки. Вот, кстати, тот ремешочек, о котором я говорил, когда складываем, здесь металлические у нас есть крепления, карабины так называемые. Мы его фиксируем снизу, и вот он, мы на нем носим, на ремешке. И он еще, видите, какой? Как раз таки, чтобы спина не напрягалась, за счет того, что он гибкий, легче ее переносить будет на плече. А накидочка у нас теплая, большая, внахлёст одевается на подножечку. Вот, опустили, соответственно, козырек, и ребенок как в танке просто спрятан зимой. В Питере круглый год это будет актуально. Ну, конечно, пару дней в году есть теплых. В остальное время накидочка нужна. Вот, собственно, по верху, друзья, разобрались. Не знаю, сказал, не сказал, по-моему, нет, про вот этот классный матрасик. Вот у Wave это большой плюс, то, что в комплекте идет вот этот матрасик. Он очень приятный. Зимой я уверен, что с ним теплее. Он толстый, мягкий. Поэтому я бы его использовал на круглый год с ребенком. Классное решение. Все бы комплектовали свои коляски родными штатными матрасиками. Было бы здорово. Как-то поуютнее, что ли. Так, давайте теперь посмотрим на основание. У нас у Aspira, скажем так, ее выгодно отличает от ее прямых конкурентов. Мне кажется, одна из самых мягких амортизаторов. Пружины мягкие. Колеса у нас резиновые. Спереди хороший тоже классный антишок стоит. Колеса блокируются, естественно, чтобы можно было какие-то неровности преодолевать, совсем уж жесткие. Тормоз, самый классный тормоз. Подошвой снимаем тормоз и ставим тормоз, все подошвой, ничего не портим, обувь свою. Багажник у нас здесь из небольшого минуса. Вот этот весь, вот этот проем, это есть весь доступ в багажник. Здесь что-то такое крупное особо не засунешь, но из-за того, что он сам внутри большой, можно кучу всего накидать. Внутри, кстати, идет вот такая сумочка, которая на, скажем так, на резинке. Накидали туда кучу всего, и у вас как бы сумка в багажнике встроенная. Прикольно, можно с глаз, чтобы никто не видел, соответственно, убрать это все. Дальше. По шасси, в принципе, мы закончили. Багажник здесь классный, все нормально. Теперь давайте посмотрим, как коляска складывается, чтобы ее сложить. Про подстаканник я, по-моему, сказал. Он уже сейчас будет идти в комплекте в 2024 году. Нажимаем рычажок, кнопочку и вперед. И что очень удобно и продумано, у нас здесь сразу есть ручка, за что мы можем перехватить. Плюс одели ремешок спокойно и гоняйте на плечо, если это вдруг нужно. В общем, вот так она выглядит в сложенном виде. Все здорово и хорошо. Также есть фиксатор, чтобы она не раскрылась, точнее говоря, случайно. Собственно, и все. Добавить не больше нечего. И без того хорошую коляску сделали еще лучше. Правда, она капелюшечку подорожала. Ну, а как вы хотели, так всегда все и происходит. Вот. Вопросы остались, пишите в комментарии. Детальные, напомню, характеристики по ссылке пройдите. Там на большинство вопросов вы найдете ответ. Но если не найдете, пишите, я вам отвечу, друзья. Там же вы ее сможете заказать. Можете заказать две коляски какого-нибудь ее конкурента на выбор. Курьер к вам привезет. Вы посмотрите, одну он заберет, другую оставите у себя. Вот, собственно, и все. А я хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора и удачи на дорогах. Всем пока!